Здорово, мои шуны. Мне пизда, вот и закончились похождения Ревисая. Как видите на экране, мне дали ходку за нарушение 4-го пункта лицензионного соглашения. Нет, я не рекламировал юани или продавал их. Со всеми вопросами я, конечно же, обратился в службу поддержки. Чекаем. Такая вот хуета, я получил 10 лет бана за то, что пиарил свой канал, на котором из 50 видео оказалось 4 видео с рекламой PvP-серверов. Честно сказать, я в тотальном охлевозе от такого предновогоднего подарка отмыло, сейчас мало что хочется как-либо воспринимать, ведь я потерял никакого нить, там зашкварного чара, а творение, на котором я собственными руками протыкал плюс 12 нерезкой, добил фулл лагеря, а также почти поднял круг на плюс 10, это пиздец. Некоторые за сутки уже умудрились посоветовать мне начать качать нового чара, как это сделал Форест, но нихуя, ебал я после этого начинать все с нуля. Сейчас я собираюсь голодать и клянчить у вас деньги на разн. Если вы действительно любите мой канал и творчество, то я буду благодарен вашей лишней копейке, ибо сам я такого не вывезу. Надеюсь, все мы вместе решим эту проблему. Реквизиты кошелька вы сейчас видите на своем экране и в описании к видео. Следить за ситуацией вы сможете в группе «Сливки ПВ». Спасибо за внимание, я кончил.